Итак, всем привет, ребят. И на этом пока. Ладно, ребят, шутка. Сегодня мы будем делать взлом админки с помощью скрипта или чита, или программы, как вам будет удобно это говорить. В общем, взлом админки и также вообще показать, что с ней возможно сделать с этим скриптом. В общем, погнали. Во-первых, админку можно взломать только если все привилегии прописываются по Steam ID. Как это узнать? Ну, если, точнее, админка прописывается по Steam ID, а не по нику. Как это узнать? Допустим, заходим на зомби-сервер, который мы там играем, ищем сайт, как там связаться с администратором, где можно купить привилегию, ищем, как купить, смотрим, если там написано «Зайдите на сервер, напишите статус, узнайте свой Steam ID-шник», то, в общем, значит, все привилегии прописываются по Steam ID, значит, мы можем взломать спокойно админку. Ну, в общем, погнали. К примеру, ну вот, я, к примеру, нашел такой сервак, к примеру, да, где прописываются все админки по Steam ID-шнику. Я в этом уже вот уверен, да. Вот, к примеру, мы зашли на какой-то сервак, я сейчас пишу то, что я сейчас не админ, вот, абсолютно сейчас не админ, не знаю, я показываю, блин, все возможные... Что-то мне... Ну, в общем... Я как сейчас показываю, что я сейчас не админ. Теперь, к примеру, как мне узнать ID-шник какого-то админа? Пишем команду статус. Команда статус — это вообще запрещенная команда для игроков, но она доступна для всех. Это команда для того, чтобы посмотреть информацию о сервере, кто онлайн, и посмотреть его, и посмотреть всех игроков ID-шники. Ну, то есть, кто сейчас... Steam или non-Steam. Если пишется, кстати, тут цифра 1, значит игрок Steam. Если пишется 0-0, значит он non-Steam. Ну, в общем, списываем, допустим, этот Steam ID-шник и пишем Steam set ID. Не Steam random ID, так как там будет только ID-шник 0 или 1. Поэтому пишем Steam set ID. Эта команда отвечает за то, что изменить ID-шник. Ну, то есть... То же самое, как вы меняете ник, только вы меняете свой, то есть, ID. В общем, к примеру, я узнал ID-шник админа, вот. Написал, отключаю с сервера, пишу retro. Retro — это команда для того, чтобы перезайти на сервер. Именно быстро перезайти на сервер. Сейчас мы перезаходим. Вот, я перезашел. И показываю то, что я... Спокойно, админ. Тот же ник. Пишу даже админс. То есть видно то, что я спокойно тут могу все что-то сейчас угодно. Давайте аму, не знаю. Не знаю, что можно еще тут. В общем, ударить, убить, не знаю, стукнуть. На пол хп. Ну, в общем, вот. Теперь. Эта программа еще служит для того, чтобы, допустим, если вас забанили, то вы можете спокойно себя разбанить. Как? То же самое, как и я и вначале показывал. Ну, допустим, мы сейчас, допустим, тут побаловались, не знаю, что-то там делаем, не знаю, админ вас пытается забанить. Вы тут, допустим, тот админ, тут, не знаю, балуетесь, и вдруг говорит вам, ну, главный админ, то есть все, ты, типа, я тебя забаню, ты больше сюда не зайдешь. Ну, ничего подобного такого не будет. Я уже проверял. Ну, в общем. Допустим, я сейчас даю себе сейчас бан навсегда. Сейчас только... Забанить навсегда. Вот. Почему бы себя бы не забанить на сервере? Это абсолютно нормально, ребят. Это абсолютно вот, нормально. Вот играть полжизни на своем сервере и потом спокойно уже не заходить. Дальше мы пишем команду Steam set ID. И меняем... На любой ID-шник, допустим, 2017-2016, я не знаю. Чисто что пришло в голову, то я и писал. И, допустим, пишу retro. Ну, чтобы перезайти на сервак. Валя, я перезашел спокойно на сервак. Тот же ник. И все, спокойно хожу, бегаю, все что как угодно. И играю. Все, в общем, ребят, я думаю, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.
тогда, ребят, еще кое-что. Как, допустим, сделать, ну, когда вы уже админ, как сделать своего друга админа? Ну, вдруг, если будет у вас такая возможность. Пишем команду такую. Тут пишем ник, допустим, своего друга. Пусть, не знаю, я... Давайте, чтобы написать, напишем... Орг, не знаю, просто. И, допустим, тут мы пишем любой пароль. Допустим, 1, 2, 3, но я напишу березка, так как это у меня стандартный везде пароль. Написал, все. Написано, право доступа предоставлено, пароль принят. Дальше мы выходим, допустим, меняем ник. Орг, допустим, и пароль у меня тот же уже написан. Как написать свой пароль, допустим, как, кстати, под админкой пишем, вот так. То есть можно и так написать. Ну, то есть здесь мы пишем пароль. Или можно просто вот так. Не суть так важно. Просто перезаходим теперь на сервак. И валяем мы опять спокойно админы. Вот. Все, я думаю, ребят, все. Всем пока.